Ну что, ты в порядке, лучше, я к тебе первый обратился. Вы находитесь без маски. Какая разница? Ты отказываешь, значит, от обслуживания? Покажи документ, на основании чего ты отказываешь. Ну, спускайте сюда, он все покажет. Я никуда не должен. Ты должен, если ты с меня что-то требуешь. Ты с меня что-то требуешь. Я тебе выпишу если мне товар. Чуть. Ты товар выпишешь? Хорошо. Держите ручку. У вас же есть руки. Пишите. Я ну, на чем я писать? Товар. На стекле буду? Пожалуйста, бумажечки. Делайте, что хотите. Пишите, выпишите. Представляете. Согласно 417 постановлению правительства. Представляете, если вы с меня требуете. Вы отказываете в обслуживании, да? Я уже по суду. Вы отказываете в обслуживании, да? Вам сложно маску одеть. Предоставляете. Согласно 417 постановлению правительства. Либо я по 140-й и плюс еще самоуправство на вас подам. Либо документ предъявляете, на каком основании вы что-то с меня требуете. Должным образом он должен быть заверен. На втором этаже. Ярослав, дай маску человеку. А, что, я не расскажу. Я плачу 4. Да, я не знаю, что вы, зачем трепите. Вот эта маска должна быть в индивидуальной упаковке, если что. Каждая. Если что, надо...